Ну что, с вами Артем Курбанов, и мы продолжаем дальше. После 2018 года, когда я увидел, как развивается данная технология, интереса к изучению было не остановить. И было понятно, что будущие технологии дадут еще больше возможностей. Но уже даже в этом проекте люди могут вот эти вот побуждающие факторы свои удовлетворить. То есть, если вас интересует хотя бы какой-то из этих побуждающих факторов, например, дополнительный доход вы ищете, либо финансовую независимость, может быть, хотите создать собственный бизнес, или свободное время, хотите больше, то есть больше управлять своей работой своим свободным временем. Может быть, вас интересует личностный рост, помощь другим или новые знакомства. Это вы сможете найти в компании SkyWorld Community и в, так скажем, в нашем проекте. Если вы желаете уйти с нелюбимой работы или от которой устали, заменить ее, либо оставить хотите наследство для своих детей, внуков и правнуков. Это все вы можете сделать тоже с помощью данного проекта и данной компании. Но также, если вас интересует будущее планеты, то вы сможете и с этим проектом, и с будущими от Анатолия Эдуардовича Юницкого, гениального ученого, мы сможем постепенно изменять мир, но постепенно, достаточно большими шагами, если посмотреть то, как, с какой скоростью, с каким качеством сейчас развивается технология, потому что за 5 лет достигли фантастических результатов и уже показываем их в реальности. Если вы вдруг не попадете, либо не сможете дослушать, либо захотите пригласить кого-то на подобную презентацию, пожалуйста, сделайте фотографию, либо просто запомните числа. Это вторник и среда. Вторник в 19:00, среда в 12:00. Наши презентации в августе. Итак, наша прекрасная планета Земля, на которой живет почти 8 миллиардов человек. И мы развились до такой степени, потому что у нас был транспорт. И у нас есть транспорт, и он постоянно развивался. Сначала это был водный транспорт, который позволил нам побывать на каждом континенте и настроить торговые пути, так скажем, дать возможность ученым передвигаться и постигать новые знания. Далее, конечно же, огромный вклад по такой величине, я считаю, это авиация, потому что мы смогли преодолевать непостижимые горы, непостижимые дороги, там, где не пройти ни пешком, ни на верблюдах, ни на лошадях, ни на машинах, там мы смогли летать. Но какое влияние? Насколько это дорого? Насколько страдает наша планета от сжигания такого количества топлива? И как много времени и жизни мы теряем на посадках, сдаче багажа, безопасности и так далее? К сожалению, данный транспорт, с учетом увеличения населения планеты, не сможет удовлетворить нас, удовлетворить потребности человечества. Поэтому с помощью двигателей внутреннего сгорания и летающего транспорта, к сожалению, движение вот в перспективу невозможно. Ведь представьте, это только количество аэропортов вот, на нашей планете. Умножьте на 10 или на 20 это количество самолетов. Это фантастически непостижимое влияние 24 часа 7 дней в неделю. Есть такой сайт Flight Radar, там вы сможете посмотреть, сколько самолетов прямо сейчас, какие рейсы, куда летят. Фантастическое зрелище, чтобы понять масштаб этого. Конечно, у нас есть железная дорога, которая дала нам огромные возможности развития в течение 150 лет, но сейчас средняя скорость с учетом погрузки и разгрузки, 15 км в час. Поэтому данный вид транспорта плюс его тяжестью, как много энергии нужно, чтобы толкать такой состав. Наши технологии сейчас дают возможность делать это более разумно и не тратить так много топлива планеты, так много ресурсов. Ну и, конечно же, дороги, которые опоясали всю нашу планету, как сетка, по которой мы можем перебираться, как паучки, с любой стороны в любую сторону. Но это все заасфальтированное пространство, оно мертво, и оно занимает первый уровень. А с учетом того, что там двигается транспорт, это один из самых небезопасных уровней становится, чисто хотя бы даже из-за автотранспорта. Потому что мы же все находимся на первом уровне, и флора, и фауна, наши дети, и мы. Мы здесь
к сожалению, в проигрышной ситуации, потому что вся безопасность на стороне машины, ведь биология хрупкая. Но, тем не менее, это огромная возможность, дороги и транспорт для личного перемещения. Но 21 век богат, богат свойствами, богат новыми изобретениями, новой логистикой, новым транспортом для того, чтобы освободить весь первый уровень, все наши города и сделать их местом для проживания людей, а не для проживания машин. Ведь если мы посмотрим, на что похожи наши города сейчас, это похоже на микросхему, не совсем похоже на то, что здесь живут люди. Мало зелени, мало биологии. К сожалению, в таком городе не видится, не чувствуется интуиции хорошее здоровье и хорошее развитие нашего тела. Города застраиваются, мы расширяемся, а первый уровень остается первым уровнем, с только одной площади. И дороги имеют огромное влияние, так же самое, как и заторы. Поэтому расширяются дороги как можно больше. И это важный аспект. Но, к сожалению, делают это по местности, как приходится. Мы можем, конечно, видеть более структурированное движение, более структурированные кварталы. Но в общем целом это все равно первый уровень, который остается небезопасным и неэффективным. При том, что есть другие уровни. И я не говорю про подземные, потому что это слишком дорого. Ведь подобные города, они все вдоль и поперек изрезаны дорогами и наставлены транспортом. Хотя все это пространство могло быть в зелени, могло хорошо себя чувствовать, давать кислород, плоды. И это возможно. Кстати говоря, одна из технологий Анатолия Эдуардовича – гумус. Как восстанавливать почву после неразумного использования, так скажем, человеком. Как делать ее более плодородной. Ведь все эти асфальтные дороги можно поднять и сделать снова цветущие сады. Это абсолютно реально. Ведь что мы видим? Поток, он увеличивается. Здесь вы видите, если не ошибаюсь, здесь 40 полос. 40 полос, которые идут на сужение. Представьте этот масштаб. Как много времени и здоровья мы тратим в такой пробке. Либо как в Индии и в Индонезии. Нет половины из этих дорог. И насколько эффективность передвижения даже на автотранспорте. Ну и небезопасность для пассажиров. То есть это все актуально для каждого человека. Потому что мы живем в этом мире. Большинство из нас живет в городах, маленьких или больших. Но мы сейчас замечаем это даже в небольших городах. Даже там, где 200-100 тысяч человек или даже меньше. И там есть пробки. И, к сожалению, мы всем этим дышим. Мы от этого тормозим наше развитие, наше действие. И это необходимо разгружать. Если раньше население было поменьше и автомобилей было поменьше, то сейчас, к сожалению, скажем, Лос-Анджелес, 20 миллионов человек, 20 миллионов машин. И все съезжаются, урбанизируются. Урбанизация почему происходит? Потому что мы хотим быстро делать разные сферы деятельности, быстро успевать свои дела. Поэтому нужно жить где-то в городе, откуда будет близко до всех близлежащих дел. И это зависит, получается, от скорости транспорта. То есть если бы скорость транспорта была выше, мы бы быстрее могли добираться, и нам не нужно было бы жить так близко. А это значит, что чем меньше людей в городе, тем менее спрос на каждый квадратный метр. А это значит, дешевле стоят продукты, дешевле аренда, дешевле любые другие услуги, дешевле покупка земли. То есть урбанизация поднимает все это. Но если сделать скорость чуть побольше, чтобы можно было жить за городом и быстро добираться в город, то тогда урбанизация остановится, не будет такого роста цен. Будет легче жить и тем, кто в городе. А те, кто очень хотят и понимают, что нужно жить на природе, необходимо жить на природе, они смогут это делать. Ведь при скорости 500 км в час вы можете работать в соседнем городе, либо в столице, либо даже в соседней стране. Скажем, вам 250 км до соседней страны, щелк, полчаса, вы уже там на работе. 500 км в час. И это абсолютно реально. То есть урбанизацию можно остановить. И с утра просыпаясь, видеть лес, луг, либо вдали дома соседей, которые очень прекрасно вдали никак не мешают, а вокруг природа, свежий воздух, птички. И это максимально хорошо как для вашего духа, ума, так и для тела.
а не видеть вот такой вот вид. С балкона, другой балкон, где висят вещи, и тоже сосед пьет кофе перед работой. Есть возможность, и сейчас это касается каждого. Ведь, посмотрите, уже города действительно строят для машин. Пешеходов куда только не выносят. Скажем, когда мы были в Дубае, там в некоторых местах нет пешеходных дорожек. То есть заканчивается пешеходная дорожка, она подходит к какому-то зданию, и больше пешком дальше ты не можешь пройти. Есть только автодорога, которая абсолютно небезопасна, то есть сбоку по краешку не пройдешь. Только с машинами можно передвигаться по некоторым городам. Так не должно быть. Города для жизни людей, для их проживания, для их процветания. И мы биологические, а не технократические. Хотя мы занимаемся технократией, но мы живые. Поэтому нам, конечно же, необходима вокруг природа. Необходимо воздух, необходимо солнце. Но как жить, если городу необходимо развивать, так скажем, увеличивать пропускную способность своего города, свои артерии, для того, чтобы развиваться и хорошо себя чувствовать? Приходится делать два уровня дороги. Второй уровень аж целых три этажа занимает. Представьте, первых три этажа, точно, даже почти четыре, никогда больше люди не увидят прямого солнечного света дома. Это ли нормально? Скорее всего, нет. И это можно поменять, потому что эти удавки, которые вы видите на фотографии справа, они разрезали всю нашу планету. Где-то заболоченные местности, ни вода не уходит, потому что ее перебили. Где-то засухи по той же самой причине. Миграция животных приостанавливается. Огромное влияние человек делает транспортом как на себя, так и на окружающий мир. И это действительно касается каждого. Лос-Анджелес. 3-4 часа ты можешь стоять в пробках, если ты не в правильное время выехал в неправильном направлении. По статистике, в Калифорнии до 380 часов может человек в год проводить в пробках. 380 часов, целый месяц. Хорошо, если умеешь правильно распределять время, почитать, что-то сделать и так далее, или дистанционная работа, а если нет. И это, опять же, в каждых городах касается каждого. Можно придумывать какие-то модернизации, но они будут дорогостоящие, они будут неэффективны, и они будут недолговечны. Да и жить будет в таких домах тоже не самый хороший вариант. Поэтому можно изменить, брать на вооружение то, что сейчас приходит, брать на вооружение новые технологии, тем более, когда они настолько сильно уже представлены и разжеваны по деталькам. Ведь если взять логистику и посмотреть на наши города и автотранспорт, да, он заполоняет все. А город хочется, чтобы мы ходили, и вокруг было вкусно, приятно, натурально, полезно, в изобилии, в гармонии с нами, с живыми людьми. Поэтому представим, смотрите, 200 человек в 177 машинах. Достаточно много. Пространство занимает эти машины, 3 квартала приблизительно. То есть представьте, сначала человек едет, и он занимает плюс дистанция, огромное это количество места на планете, пока едет, а потом оставляет машину, и она, пока он дома, либо ушел по делам, либо работает, в нашем городе есть мертвое такое место, которое никуда не сдвинется. Оно просто заполнено, оно не дает ни кислорода, ни плодов, там стоит железяка, и все. И причем мы можем оставить, уехать, там несколько дней она будет стоять. То есть все эти машины, они занимают огромное количество нашего живого пространства, которое мы можем использовать. У Анатолия Эдуардовича очень здорово описано строение экопоселений и линейных городов кластерного типа. Как люди действительно могут проживать со всей инфраструктурой, которая только нужна, в полной, так скажем, природе и технологии экологической. Ведь смотрите, те же 200 человек, они занимают очень мало места без машин. То есть если дать другую логистику, если дать другой способ передвижения, более разумный, тем не менее эффективный, то люди смогут, например, на 3 электроавтобусах, например, как сейчас в Москве делают электроавтобусы с очень высоким функционалом, их можно использовать, они очень экологичны, экономичны,
И посмотрите, как мало места они занимают. То есть справа и слева как минимум может быть дополнительные участки с зелеными насаждениями. Там могут быть и магазины, там могут быть и кафе, там может быть место для отдыха, чтения. Опять же, какие-то, если у нас экология высокая в городе, кустарники, плодовые деревья или цветы. Мы во всем этом будем чувствовать себя намного лучше, чем когда вокруг нас бетонные джунгли и вездесущий асфальт. Либо один легкий поезд при разумной логистике. Мы же сейчас видим, так скажем, со спутника наши города, можем все просчитать с помощью лазеров, рентгенов и прочих вещей. То есть сейчас можно построить любую логистику, тем более если у вас транспорт может перемещаться где угодно, на любых высотах, над чем угодно. С этим действительно можно работать. Когда представляешь первый раз, как изменится наш облик городов, когда мы действительно только экологические технологии ставим в городах, это похоже на рай, дамы и господа. Тем более, что это не какая-то духовность или фантастика. Инженеры делают это собственными руками. А теперь с помощью краудинвестинга люди могут участвовать и поддерживать этих инженеров и изобретателей, которые создают будущее нашей уже технократической цивилизации. Как это будет? Ведь закрывающие технологии – это то, что необходимо людям. Когда технология работает, а человек становится свободен. Например, вы приходите со своим смартфоном, телефоном, либо приходите на станцию, там стоит компьютер. Вам необходимо на свою станцию. Это через 10 остановок. И также есть много еще людей, которые каждый выбирает свою станцию. В итоге, в течение даже меньше, чем минута, подходит транспортное средство, одно из сотен в городе, которое участвует в общей инфраструктуре. Вы заходите, поскольку это написано от вашей остановки, до конкретно куда вам надо. И заходят туда же, по тому же маршруту, другие люди. Это может быть 2 человека, 6, 8, 18, 25, 200, с любой пропускной способностью, в зависимости от необходимости. От этого будут меняться и транспорты, и сами пути. Вы садитесь в данный транспорт, и выезжая на магистраль, вы один раз только разгоняетесь, пропускаете все 10 остановок, которые вам не нужны, не тратя на это ни энергии, ни время, на торможение и ускорение, и только один раз притормаживаете в конце, и все люди выходят конкретно на их остановках. Это все возможно внутри города 150 км в час, так скажем, междугородний, или, так скажем, может, по окружной 500 км в час. То есть представьте, у нас есть подобные возможности уже сейчас. Они уже сейчас сертифицируются. Часть технологий уже сертифицирована. То есть насколько удобно получается передвижение. И вы во все это время свободны. То же самое закрывающие технологии и с грузами. Представьте, если бы с грузами более автоматизировано все было. Не надо было так много людей, не надо было так много человеческого фактора. Так скажем, терпеть в, так скажем, простых достаточно вещах. Потому что Анатолий Эдуардович предложил уже, как сделать порты в близлежащей зоне для того, чтобы никак не изменять берег, береговую линию. И автоматически с любого рода судов собирать груз и отправлять его по нашим транспортным системам в нужную точку планеты. Такие, так скажем, технологии есть, и даже такие предложения уже есть. Потому что было как минимум разговор и сотрудничество по этому направлению с Бельгией. Потому что Бельгия, Голландия, та часть и Франция очень мощна в портовых перевозках. И мы узнали о том, какие сложности огромные, какие они потери несут из-за того, что не справляются в эре потребления, не справляются уже с таким грузопотоком. Компании, порты, то есть первый уровень. Нам нужно выходить на другой уровень и делать это более разумно, более ажурно, более экологично. К счастью, есть такие возможности, потому что это один из самых первых транспортных средств, так скажем, видов транспортных отраслей, морской транспорт. И сейчас скорость его все равно недостаточно, потому что можно дни, недели, а то и месяцы могут идти некоторые грузы. И некоторые проблемы, которые мы видим, которые происходят. Одно судно может создать на миллиарды долларов пробку и с огромным экономическим эффектом для многих стран. Да, это на самом деле не смешно, потому что
Мы в 21 веке. У нас истребители летают за 2000 километров в час. Мы в космос выбираемся. А нанотехнологии, и тут у нас корабль застревает. Вот. К сожалению, традиционные транспортные отрасли – это самые дорогостоящие отрасли в мире. Так же, как и самые коррумпированные. Поэтому новую транспортную отрасль, которая быстро по всем характеристикам, так скажем, превзойдет все другие, для бизнеса, для чьего-то уже созданного бизнеса, пропускать не очень хочется. И, так скажем, умудряются ставить палки в колеса. Ведь мы знаем, как много преодолели ученые, которые продвигали инновационные технологии. И так же, как и Анатолий Эдуардович, в течение 40 лет ради блага планеты прошел и огонь, и воду, и медные трубы для того, чтобы преподнести человечеству экомир, экологические технологии. План экологических технологий, часть из них проверены и сертифицированы, на сотни лет вперед, как человечеству стоит действительно развиваться. С потрясающей технологией энергетики, которым ресурс нам более чем на 10 тысяч лет хватит. То есть это все возможно изучать, продвигать, реализовывать даже просто самим людям, без крупных государств и корпораций, потому что люди – это сила. И государство, и корпорократия, она все равно идет параллельно, но народ сильнее. И это показывает, потому что такие технологии, как сейчас, развиваются. Мы изменим все человечество. Мы изменим то положение вещей, которые есть в разных странах, собственными руками, просто люди. Ведь 500 тысяч человек – это очень много. И часть из них есть в благоприятных экономических странах, есть в странах инвесторы, где очень слабое экономическое положение, там, где не могут позволить себе транспорт, не могут позволить безопасность. Но даже для таких регионов подходят наши технологии, потому что Анатолий Эдуардович делает все для того, чтобы люди получили все блага, и это не стало коммерцией, для того, чтобы у людей была безопасность, эффективность, возможности развиваться, возможности хорошей жизни. Ведь, согласитесь, это не выглядит безопасно, но люди рискуют. Люди рискуют, потому что им необходимо двигаться, им необходимо учиться, работать. И это касается каждого. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей степени. Но уже это касается каждого. И радостно то, что все могут повлиять. Потому что нужно смотреть фактам в лицо. 1,5 миллиона жизней в год забирает только автотранспорт. Это больше, чем во всех других катастрофах. И около 10 миллионов оставляет инвалидами. К сожалению, этот самый мобильный транспорт больше всего вреда приносит. И сейчас уже стал более неэффективен. Поэтому первых две проблемы, которые касаются каждого, я надеюсь, дамы и господа, вы поняли это перегрузка транспортных путей и отсутствие безопасности. Потому что это происходит прямо вокруг нас, прямо рядом с нами и нашими детьми. Человек развивается во все стороны, уходит, исследует, строит, и, конечно же, дороги помогают ему в этом. И мы расстроились на все континенты, но планета живая. И дороги первого уровня очень сильно, так скажем, портятся. То их заносят бархамами, то обледеневают, то заносят снегом. К сожалению, недолговечный способ. Но есть более долговечные способы уже сейчас. Потому что кто-то в упор не замечает, что подобным способом двигаться дальше нельзя. Потому что происходит с нашей флорой и фауной, то же происходит и с нами. Просто люди не хотят этого замечать. И сейчас каждый человек вправе и в силах влиять на то, какой воздух будет над его головой. Такой или голубой. Даже маленькие изменения не изменят глобальной ситуации, потому что те экологические очистки морей, либо переход на электродвигатели, они меняют только частично, так скажем, использование наших технологий. Но в общем целом, больше 9 из 10 будут использоваться те же технологии. То есть, как говорит мой дедушка,
чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Необходимо менять мировоззрение каждому человеку для себя, как минимум на то, что это теперь касается каждого. Не выкидывать мусор, возможно, сортировать его, если есть на то энергия. Подумать, как меньше использовать пластик и ходить с барсетками либо тканевыми сумками. Маленькие детальки, которые мы каждый вводим в свою жизнь. От этого зависит действительно будущее планеты. То, чему научатся и возьмут пример с вас ваши близкие, ваши дети. Ведь сейчас нам необходимо объединяться и показывать, насколько мы способны любить и созидать. Ведь мы находимся в центре замкнутого пространства, нашего дома, в центре комнаты. С одной стороны, атомные электростанции отравляют землю и воду. С другой стороны, автотранспорт забирает 1,5 миллиона жизней в год. С третьей стороны, фабрики и заводы переработки отравляют и землю, и воздух, и что только не делают. А мы в центре этой запертой, закрытой комнаты пытаемся выжить. Делали это каждого? Теперь да. Особенно, когда есть возможность у каждого на это влиять. Если б не было, другое дело. Может, какие-то единицы могли бы влиять на это. Как это было, может быть, 300, 400 лет назад или 1000 лет назад. Но сейчас каждый человек очень мощно влияет, потому что нас объединилась общая интернет-сеть, и мы стали сильнее. Поэтому такое понятие, как загрязнение окружающей среды, сейчас у каждого на слуху. И оно действительно уже зависит от каждого. И каждый влияет на это. Эти три проблемы, но есть еще одна. Работа на чистой энергии. Это даст нам возможность действительно и уменьшить потребление, и дать возможность на возобновляемые постоянные источники энергии не использовать иссякаемые ресурсы нашей планеты. Ведь уже так много технологий на возобновляемые виды. Геотермальная энергия, солнечная энергия, ветряная. Это возможно собирать, при том, что у Анатолия Эдуардовича есть и более эффективные технологии, которые, опять же, необходимо для реализации сертифицировать. Но они есть, и они уже есть. Так же, как и экономия. У нас так много знаний. Если сейчас даже на существующий транспорт применить все знания, то он станет гораздо лучше. Ну, а если, ну, в смысле, на традиционный. Но если взять уже абсолютно новую модель, мы поймем, что здесь все эти знания с помощью Анатолия Эдуардовича применены. Ведь, например, аэродинамика. Главное для перемещения, коль мы говорим о транспорте, с чем мы взаимодействуем, это когда мы передвигаемся, мы сопротивляемся и разрушаем окружающую среду. То есть для того, чтобы переместиться из точки А в точку Б, нам необходимо этот путь, так скажем, продавить. Когда мы едем на обычном транспорте, скажем, 60 км в час, мы тратим 30% энергии на сопротивление и окружение, и разрушение окружающей среды. Снизу у нас экранный эффект, который притягивает транспортное средство и слегка притормаживает его. Спереди мы сталкиваемся с воздухом не из-за неидеальной аэродинамики и тоже теряем немножко. В конце у нас турбулентность, то есть там, где небольшое завихрение, там, где мы только что были, создается более разряженное воздушное пространство, и воздух затягивается со всех сторон, так же, как и с одной стороны машина. Получается, эти три фактора очень сильно тормозят машину, точнее, забирают часть скорости. Что можно сделать? Что сделал Анатолий Эдуардович? Транспорт поднял на второй уровень. И из-за того, что транспорт поднял на второй уровень, уже более свободно может двигаться воздух вокруг нашего транспортного средства. Также он сделал отдельные рельсы, нету сплошного полотна, поэтому воздух снизу проходит свободно и не создается экранный эффект, который тормозил наше транспортное средство внизу. Я говорил, 60 километров, 30% энергии тратится на это. При скорости 300 км в час 90% энергии всей тратится на сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть подумайте, насколько это много. Так вот, снизу экранного эффекта нет. Спереди из-за идеальной формы, как горячий нож разрезает масло, наше транспортное средство входит в поток воздуха, есть продувки в аэротрубе. То есть как рассчитать и как увидеть, насколько все-таки аэродинамика хороша? Она проверена уже. И по окончанию такая же форма дает не
создаваться турбулентности, не дает создаваться такому завихрению. Получается, что это транспортное средство, у него аэродинамика лучше в 16 раз, чем у Bugatti Veyron, одной из самых быстрых спорткаров в мире. Представьте, в 16 раз лучше. И это дает нам возможность тратить минимум энергии. А значит, поставить минимальный по силе, а значит и минимальный по весу мотор, потому что легко разгонять и легко притормаживать. Вес уменьшается, еще уменьшается трата электроэнергии, то есть как бы топливо, электричество эквивалентно топливу. Чтобы вы понимали наглядно, как это выглядит. 14 человек, автобус передвигается со скоростью 100 км в час, 100 км, и тратит всего 1,5 литра топлива, 1,6 литра топлива. Ну, скажете, ладно, это здорово, но еще не так. Теперь у всех, у кого есть машина, это вам точно будет понятно. 6 человек, а не 5 человек, как в обычном автомобиле. 2 огромных багажника, багажных отделения спереди и сзади. Огромные, передвигаются 100 километров и тратят всего 5,5 литров топлива. То есть, скажете, так, 5,5 литров топлива на 100 километров, хорошо. На 6 человек еще лучше. 2 багажника вообще хорошо. Только абсолютно экологически чисто, абсолютно безопасно и со скоростью 500 км в час. 5,5 литров топлива. Это наши расчеты, это расчеты нашего генерального конструктора. Такими возможностями обладает наш транспорт. Поэтому большой расход энергии и экономия сделана и доведена действительно до идеала. На данный момент, потому что вся наша технология постоянно претерпевает изменения и улучшения в момент сертификации, который происходит сейчас. Те виды транспорта, которые были, они видоизменялись, но у них не было действительно качественного, большого, грандиозного изменения. Также много бетона, также много железа, такие же массивные конструкции, также много веса, такие же тяжелые подвижные составы. И это примерно такая же скорость. Есть, конечно, вот такие варианты, но насколько эффективно, насколько рентабельно и насколько безопасно? Или, скажем, такой вариант. Там была Германия, здесь Япония. Это на самом деле трамвай с колесами наверху, потому что он невероятно много весит, огромная тяжесть самой путевой структуры. И землеотвод хоть и небольшой, но он небезопасный. Под этим транспортом нельзя будет проезжать или ходить, потому что он действительно, так скажем, маленькая безопасность у него в нагрузке. Очень тяжелая конструкция. И, следовательно, чтобы достигать какую-то скорость, даже тех же 35 км в час, которые он едет, будет тратиться много очень энергии. Хотя уже приятно, что многие двигаются в сторону электричества, электродвигателей. И радует то, что многие страны в 2025 и в 2030 году будут запрещать производство двигателей внутреннего сгорания и переходить на электродвигатели в своих городах и странах. Транспорт, тем не менее, все равно будет двигаться. Если мы пойдем по старому пути, то давайте представим. Из точки А в точку Б. Нам нужно построить дорогу, город либо обновить из там вот Риги, Даугавпилс, либо там Санкт-Петербурга, Финляндию куда-то. Нам нужно сделать какие изменения? Всю флору и фауну, всю землю выровнять. Можно сказать, практически уничтожить. На ней больше ничего не будет. Тем более мы этим путем перережем какие-то жизненные биологические пространства. И это транспорт первого уровня. Потом нам нужно провести огромные дорогостоящие земляные работы. И это тоже в 10 слоев правильно уложить все. Огромная работа, огромные затраты времени, энергии и человеческого ресурса. И только после этого у нас будет там двигаться транспорт по этим направлениям. Это при том, что дорога должна быть приблизительно достаточно ровной, ровное полотно. Особенно если мы хотим там иметь скорость. Вот так это выглядит в реальности. Почувствуйте, как много энергии, сил, человеческого ресурса, времени, средств. Опять же, страны развиваются и на наши с вами средства, каждого отдельного человека. Это все оплачено, это вот километр нужно сделать, а когда их 100 километров, 300 километров дороги. Либо фотография справа. Представьте, какое количество энергии нужно вложить, чтобы в скале
пробить и проложить железнодорожный путь. Феноменально. Наша технология для строительства и сертификации стоила гораздо дешевле, чем проложить, наверное, такой путь. Сейчас эра людей, эра народа, потому что влияние его огромное. И чем больше она получает, понимает это, тем больше и лучше влияет для самого себя, для жизни этого народа. И сейчас экологические технологии – это одна из наших сил для того, чтобы дать закрывающим технологиям освободить нас от многого, сделать все дешевле, сделать жизнь эффективней и менее затруднительной. Это все делают экологические технологии и закрывающие технологии, с которыми мы сейчас и работаем. И компания SkyWorld Community – это тот инвестиционный фонд, это то сообщество единомышленников из 500 тысяч человек, которые яро и ярко осознают свое влияние на планету и понимая, что движение в сторону экологии, движение в сторону развития технологии, движение в сторону сохранения и приумножения своих ресурсов, созидательной деятельности – это то, что нужно. И поэтому компания SkyWorld Community занимается этим направлением и помогает Анатолию Эдуардовичу Юницкому с реализацией его экологических технологий во благо всего живого на Земле, для всей планеты и для всего человечества, для нашего будущего, дамы и господа. Это та компания, которая сейчас в такое непростое время, в 21 веке, в 21 году, дает абсолютно любому человеку, в абсолютно любой стране, на абсолютно любом языке, в абсолютно любое время с любым другим человеком делать созидательный бизнес, делать добро, делать пользу, развивать технологии, делиться знаниями, зарабатывать и улучшать, так скажем, положение всех, кто находится вокруг вас. И поэтому мы вместе создаем транспортно-инфраструктурную отрасль, по потенциалу не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная или автодорожная. Это слова генерального конструктора SkyWay Анатолия Юницкого, который создал струнные транспортные системы. Это одна технология из целой серии, за которой он уже получил премию мира в Братиславе в 2018 году, в декабре. И это огромное достижение, потому что это лишь первый проект, который вы видите в реализации. А награду он получил за всю серию этих технологий, которые мы будем развивать в ближайшие десятилетия. Ведь этот проект и эта технология, она почти уже завершена. Перед вами закрывающая технология. Технология, которая освобождает время человека и полностью дает ему безопасный, скоростной, экологический транспорт, в котором человек свободен и предоставлен самому себе. Мы убережем нашу флору и фауну, ведь этот транспорт строится на любой высоте. Он может проходить в любых местностях, в любом направлении и в любой температуре. И, конечно же, не волнуйтесь, мы не упадем с этого транспорта и с этих трасс. Есть специальная противосходная система, и даже если будут землетрясения, либо какие-то теракты, наша система имеет 10-кратный запас прочности, и главное, между анкерными опорами натяжение. То есть все сделано так, что даже если какие-то неисправности с мотор-колесом по каким-то причинам, либо с промежуточной опорой, без проблем одни транспортные средства смогут доставить других до места ремонта либо до места замены. Поэтому вся технология очень хорошо сделана, и безопасность – одна из важнейших пунктов. Как говорит Анатолий Эдуардович, в 2000 раз безопасней струнный транспорт, чем автодорожный транспорт. В 2000 раз. И этот транспорт можно строить абсолютно везде. Ведь посмотрите, там нам пришлось сравнять всю флору и фауну, весь первый уровень. А здесь все остается так, как есть. Нам нужен минимальный землеотвод для того, чтобы поставить анкерные опоры, либо промежуточные опоры. При том, что это может быть 50 метров, 400 метров, километр, либо 2 километра между опорами. Это тоже возможно с помощью данной технологии. И эти предварительно натяженные струны, все натяжение, все напряжение уходит и направляется на земную кору. Нашей земной коре абсолютно ничего, но мы взамен имеем ровную, прямую, долговечную дорогу под новый экологический транспорт. Так он выглядит в разрезе. Один из видов – полужесткий рельс.
Это пучки струн, предварительно натянутые, находятся в корпусе рельса и заполнены специальным наполнителем, специальным бетоном, разработкой наших инженеров. Получается очень-очень недорогостоящий, но тем не менее максимально делает, так скажем, четыре функции делает с максимальной эффективностью, которая только возможна. Мы его тоже запатентировали. Это фиксирует струны внутри, потому что у струн есть определенное положение. Упрочняет стенки, консервирует, то есть никаких процессов разрушительных там не будет очень-очень долго. Без капитального ремонта до 100 лет. И поглощение шума. То есть данный транспорт при передвижении будет около 75 дБ, как разговор уверенный. Вот. То есть мы никак негативно не влияем на окружающую планету. Ну и, конечно же, это не один вид трасс. Сейчас уже их более 7, причем что для разных климатов будут немножко, так скажем, видоизменены трассы. Под разные пропускные способности измененной трассы, под грузовой либо пассажирский, например, там, где будут огромные поезда и пассажирские, и грузовые проезжать, может быть, посередине трассы, бирельсовая, с подвесным и навесным транспортом, то есть сверху и снизу. Она очень крепкая и сможет больше переносить, плюс бирельсовая, двойная. Может быть, одиночные, если последний километр пути, ну, называется, решение последнего километра, из города маленькие ответвления, самые дальние уголки, где маленький пассажиропоток, могут быть по 6, по 4, по 2 человека. Легкая трасса, как здесь, например, снизу, которая, например, с использованием специальной колтюбинговой трубы, тонкая трасса, не тольше, в общем целом, телефона, сможет... ну, в общем объеме, сможет передвигать транспортное средство. Причем километр может быть между опорами. Любые ландшафты. Сейчас уже 400 метров, мы еще не закончили. Это легкая провисающая трасса. 400 метров, ты летишь просто над землей. Там может быть река, овраг, дома, какой-то завод. То есть все, что угодно. И мы спокойно, без изменения земли, не настраивая никакие дороги, ставим транспорт, по которому эффективно перемещаемся. И таких видов уже 7 под каждое направление. И они, конечно же, будут модернизироваться и улучшаться, потому что наша планета имеет еще места, куда не очень, так скажем, сильно ступала нога человека. Но мы их обязательно освоим. Ведь с помощью данных транспортных структур, именно с помощью дороги, можно три инфраструктуры проводить. Первое – это транспорт сам. Второе – это электричество, это энергия. И третье – это информация, интернет. То есть всюду, куда тяжело сейчас добраться даже, как только придет транспорт, сразу же будет все для жизни человека. Плюс есть три вида роботов, которые могут производить данную путевую структуру. По самой рельсе, которая двигается, наземные и летающие. Плюс робот-фабрика. Опять же, это можно узнать, не в одной презентации все сказано. Есть на Ютубе целая серия видео от монографии «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». Там описывается полностью, как ученый приходил к таким формам, к такой аэродинамике, к такому количеству колес, структур, этих самых рельсов и так далее. То есть стоит только поизучать. Там 7 потрясающих роликов на эту тему. Перед вами транспорт, который практически завершен в своей сертификации. 14-й этап в разгаре. Остался только 15-й. И здесь вы видите уже работающие трассы, сертифицированные часть транспорта, часть трасс тоже сертифицированная, разные виды транспорта, которые работают сообща, которые связаны между собой с каждой промежуточной анкерной опорой, которые действуют сами по себе, в зависимости от того, как необходимо людям, проживающим в том или ином регионе. И это все сделало 500 тысяч человек на данный момент. Начиная с одного Анатолия Эдуардовича. Чуть больше, чем за 5 лет. Это Леонардо да Винчи нашего времени. Действительно человек, ученый, который посвятил всю свою жизнь изучению и реализации экологических технологий во благо всего живого. Он попал в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», 100 выдающихся лидеров России, так как сделал более 200 изобретений, написал более 20 монографий, несколько грантов ООН. То есть человек, который целиком свою жизнь проживал как творец,
как хозяин этой планеты, ухаживая за ней, понимая, что это его дело, и он должен сделать максимум для того, чтобы у всего живого эта жизнь осталась. И он понимал, что если все оставить так, как есть, то до точки невозврата останется 5-7 поколений. Это было 40 лет назад. Сейчас это 2-3 поколения. Но у нас есть возможность действительно эту точку невозврата отдалить и убрать вообще с горизонта с помощью экологических технологий этого гениального ученого. Он понимал еще 40 лет назад, что эти проблемы есть и они нарастают. И начинал уже тогда, начал, точнее, развивать решение, как это изменить. И в данный момент у него это получается. То, что нельзя было представить, он сейчас делает. А это лишь первый его проект, дамы и господа, прошу вас заметить. По всему миру двигались он и его единомышленники, как и сейчас. И много-много людей последовали, помогли. И сейчас то, что вы видели, фотографии, это сделано обычными людьми со всей планеты. И у нас действительно есть возможность, мы очень близки к тому, чтобы народная технология стала ведущей на всей планете, в транспортной отрасли. Потому что за 21 век мы сможем построить около 25 миллионов километров дорог. Потому что это легко возводимые конструкции с минимальными затратами ресурсов. Очень быстро строятся. И будут приносить каждая трасса, каждый год будет приносить прибыль и пользу всему миру и нашей компании. Опять же, и каждому совладельцу этой компании. А все потому, что возможен такой краудинвестинг, краудфандинг. Возможно поддерживать проекты по договору конвертируемого займа. То есть так это правильно в юриспруденции называется. Мы кредитуем компанию, мы кредитуем технологию, даем ей свои средства, чтобы она смогла себя создать и доказать. То есть создать себя, показать, что она может это делать, и создать уже платформу, то есть скажем, производство, на которое она может делать первые заказы. И эти первые заказы найти. То есть это полностью, мы заканчиваем краудинвестинг, и у нас полностью полноценная компания, которая полностью готова к реализации, и у нее есть уже что реализовывать. И она уже двигается дальше, развивается самостоятельно. Таким способом есть тысячи проектов на планете, которые развиваются. Я просто выбрал самый важный на данный момент. Поэтому, дамы и господа, пожалуйста, заходите на сайт skyway.capital, находите Анатолия Юницкого и Skyway в YouTube для того, чтобы узнать больше. Либо контактируйте конкретно со мной, и я постараюсь рассказать вам все, чем смогу поделиться, все, что вам будет актуально и интересно. Ведь перед вами полностью автоматизированная закрывающая технология, которая имеет более 250 датчиков для полного комфорта, контроля и безопасности человека, имеет машинное зрение, имеет контакт с каждым транспортным средством, с каждой трассой, с каждой анкерной промежуточной опорой, и как рой действует сообща для полной безопасности. То есть это наше будущее, которое мы создаем. И это создали люди. Не какие-то корпорации, не государства, не банки. Обычные люди для себя, для планеты. И если вы изучите эти графики, вы поймете, что характеристики наивысочайшие. То есть наилучшие показатели везде. Что в капитальных затратах, что в эксплуатационных, в расходе энергии, в пропускной способности, в загрязнении окружающей среды и транспортной аварийности. Мы действительно впереди планеты всей, по многим, только еще по скорости. Но скорость это тоже. Мы сейчас сертифицируем 500 км в час, но у Юницкого есть технология передвижения в фарвакууме до 1250 км в час. И это этим уже заинтересовались наши партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому недолго ожидать таких трасс, которые будут за считанные часы переносить нас даже на другие континенты. Это все создает один ученый со своими единомышленниками. Очень рекомендую вам зайти на сайт unitsky.engineer и узнать, что же это за человек такой, который успел так много сделать за свои 70 лет, и он сейчас в прекрасной форме и продолжает двигаться и развивать свои направления.
тем более, что он ближе всего к успеху, так скажем, для всей планеты сейчас, чем когда-либо. И сейчас мы создали уже 12 видов транспорта в железе. То есть они уже созданы, часть сертифицирована. Я на части из них катался. Все практически трогал собственными руками. Был на международных выставках, видел, как их представляли, как охали-ахали люди, инженеры, робототехники, когда видят перед собой такое детище, это будущее. То, что было 6 лет назад в чертежах, сейчас вы видите уже готовое, работающее, ездящее и возящее людей. Более 7 тысяч человек на экофестивале, это раз в год мероприятие, на которое нас приглашают в Беларуси. Мы приезжали и уже катались на данном транспорте и увидели, как это все работает. И это еще что, потому что одна из главных и прибыльных вещей и эффективных по экономике – это грузоперевозки. А у нас фантастические решения для грузоперевозок, потому что автоматизированные транспортные средства безопасно будут доставлять эти безопасно и быстро будут доставлять эти грузы, что снизит цену на передачу этих грузов, снизит цену на наши товары и освободит огромное количество людей от ненужной, монотонной и опасной работы. Мы, конечно же, представляемся на всех возможных выставках. Их уже 18 штук было за последние несколько лет. И одна из них – это InnoTrans. Раз в два года проходит. Крупнейшая мировая транспортная выставка. 160 тысяч человек за 4 дня посетило в Берлине ее. 183 тысячи квадратных метров. Это целая часть Берлина. Внутри экспозиции, внутри выставки ездят автобусы, электроавтобусы, чтобы перевозить людей, насколько там много пространства. Там мы представили несколько наших транспортов. Один из них – скоростной юнилет. И, конечно же, интереса людей, там собрались люди, конкретно интересующиеся транспортом, с разных стран, с разных компаний и корпораций. И у нас был такой аншлаг всегда, постоянно, потому что это сначала кто-то говорил, белорусы ракету привезли, когда она еще была накрыта. На самом деле нет, не ракета, а новейший транспорт. Весом менее 5 тонн, стоимостью как джип, но перемещающийся экологически и безопасно со скоростью 500 км в час. Из 25 делегаций из 18 стран у нас были все. Даже из соседних, так скажем, экспозиций к нам приходили люди, оставляя свои, чтобы посмотреть, что же это такое, посидеть внутри и увидеть, как будущее на вкус. Это действительно фантастика здесь в реальности. Удобней транспорте я еще никогда не находился. И это все необходимо для популяризации, для нахождения тех людей, которые помогут завершить. Ведь мы можем завершить этот проект за год, а можем, вот как сейчас, за 6 лет. Все зависит от финансирования. И финансирование сейчас осталось 14-15 этап. То есть мы сделали огромное количество. Поэтому актуальность новых людей, актуальность распространения информации так же важна, как и на первом этапе. Потому что необходимо произвести сертификацию. 13 этапов уже сертифицированы. 14 этап, так скажем, все вот сертификаты набираются в разных странах на патенты, промышленные образцы, для того, чтобы просто доказать, наша технология свободна для строительства. То есть она отвечает всем характеристикам, она настолько безопасна, что ее можно строить. Это главная задача – просто просертифицировать. Поэтому, дамы и господа, абсолютно каждый человек хотя бы один раз обязан услышать от вас, если вы знаете, что есть такой проект, что есть такие возможности участия в мире, что можно и зарабатывать, что можно и менять окружение, что можно и на будущее своей семьи, и на будущее планеты работать. Притом и вознаграждение как в будущем, так и здесь и сейчас за продвижение. То есть у каждого человека как минимум должна быть возможность услышать и самому решить, а пройдет он мимо или сделает это хотя бы маленькой частичкой своей жизни. Потому что если 500 тысяч человек собрались и сделали уже 14 этапов практически, то есть будь еще 50 тысяч человек к этому времени, мы бы уже закончили все 15. Поэтому каждый человек важен, так же, как и на первом этапе, так и на 14 этапе. Поэтому, дамы и господа, я приглашаю вас изучить
И если вы решите присоединиться и поддержать данную технологию, то вы станете совладельцем всего этого. Например, многих офисов более 30 тысяч квадратных метров, у нас разные офисы в разных уголках планеты, и в Москве, и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах, множество сотрудников, около 1000 сотрудников, которые постоянно обучаются, повышают свою квалификацию, работают с передовыми технологиями, с передовым оборудованием, передовые компьютеры с мощнейшим железом, мощнейшее программное обеспечение, то есть такие программы от Dassault Alto, например, как 3D Experience, то есть проектирование в 3D среде. То есть то, что делается сейчас на самых топовых уровнях, на самых высоких. Наша компания даже в Москве представляла, скажем, когда только показывают ноу-хау, новые технологии, наша компания уже как эксперты выступала и рассказывала, как работать в 3D Experience, насколько это здорово и какие возможности появляются у компании и у людей. Также один из офисов сейчас в Минске, 10 или 12 даже тысяч квадратных метров, более 80 конструкторских бюро различных. Так скажем, наша уже база с полной безопасностью, потому что мы действительно делаем уникальные вещи. И Unisky String Technology развивается теперь очень мощно под одной крышей, полностью адаптируя под себя новые пространства. Также мы уже совладельцы трех заводов. Три завода. Бывший завод Йомобиля, второй завод, на котором мы делаем путевые структуры, и третий завод, который мы уже сделали сами с пристройкой офисного здания, так скажем, как лаборатория, где производятся разные испытания, так скажем, и доводятся до идеала некоторые модели. То есть у нас производство целиком и полностью заряженное уже. Есть 3D-принтеры, лазерные резки, гибкие, 3D-принтеры с 7 коленами, чтобы делать просто любой сложности детали. Некоторые станки, и у нас такие не одни, стоят по 500 тысяч долларов. То есть мощнейшее производство, на котором можно делать хоть промышленную, космическую какую-то продукты или индустрию, но мы делаем наземный экологический транспорт. С этой помощью, то есть с помощью этих заводов, которые уже настраиваются и работают на первые адресные проекты, которые у нас уже начинают объявляться и про них уже начинают говорить, так скажем, уже немалосерийное производство. И данные заводы дадут нам возможность в самое первое время делать уже первые заказы. То есть мы уже с готовым производством выходим с 15-го этапа с мощностями, с работниками, с инженерами, с офисами, с предзаказами. Просто выходим и начинаем работать уже на себя. Полноценная компания, которая укрепляет себя, зарабатывает, делится дивидендами с ее совладельцами, те, кто поддержали ее и дали ей возможность создаться и укрепиться. И, конечно же, постоянное расширение, как и постоянная капитализация. То есть польза всему, всем и вся. Стоит только немножко изучить. Ну, конечно же, вся остальная инфраструктура тоже принадлежит нам. Например, как экотехнопарк, полигон в Беларуси, бывший танковый полигон, на котором в 2016 году еще только было зачищено все, а в 2019 году там уже 5000 человек. В 2019 году уже 7 тысяч человек проехали на разных видах транспорта, на разных видах трасс. То есть мы были там и пробовали то, что создаем вместе. 2020 год прошел еще мощнее. А в 2021 сейчас мы имеем полноценный экологический парк, где работает все, тестируется все, добавляются новые здания, струнные мосты, новые анкерные опоры, испытательные центры, например, для мотор-колес, где он накатывает разные скорости, либо прокатывает миллионы километров, то есть чтобы на будущее, на циклику, на цикличность проверять, то есть как много циклов какие-то детали могут, так скажем, выдержать. И так далее, и так далее. Тут же и свои агротехнологии по экологическому питанию. Там же и пасека, и пруды. То есть экология, стройка и развитие технологий, все находится вместе, и все развивается, и ничего не чахнет. Хотели бы видеть вы вокруг себя, а не, ну, такое, а не те заводы, когда с стороны смотришь, и как бы вроде далеко,
это копоть, которая идет из трубы, но с другой стороны она распространяется, мы ей дышим. Здесь же ты находишься там и понимаешь, что ничего ничему не мешает. Все в гармонии, в балансе, в изобилии. И тогда действительно начинаешь понимать, что Анатолий Эдуардович знает, что делает. Знает, как должна составляться инфраструктура. И то ли еще будет, когда мы закончим первый проект, и он уже начнет приносить прибыль и пользу, мы продолжим следующие технологии. О том, как поглубже узнать о том, что происходило за последнее время в экотехнопарке в Арабских Объединенных Эмиратах, вы можете посмотреть «Экофест». Потому что в 2020 году никто не мог приехать из-за карантинов и пандемии, поэтому сделали EcoFest онлайн. И вы можете в интернете, в Ютубе посмотреть все, что вас интересует. Пишите EcoFest 2020, либо EcoFest 2020 онлайн, и там будет несколько видео по 40 минут, если вкратце, либо вот 6-часовое видео снизу. Это целый день, целый праздник, когда вся компания и Анатолий Эдуардович рассказывает, что происходит с технологией, с компаниями, с нашими продвижениями, что происходит в мире по нашему продвижению и, так скажем, представляют все изменения для всех интересующихся и особенно для инвесторов, для совладельцев компании, для тех, кто за чьи ресурсы, за чью энергию отчисленную получается создать то, что вы видите перед собой. Прошу, пожалуйста, изучите, это очень интересно. Ну и сразу же, чтобы сказать вам, что стоит это изучать, времени осталось не так много, потому что зачитаю вам важную вещь. Зная положение стадий адресных проектов, сегодня уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров. Кроме того, рассматривается подготовка и проектирование 200 километров трассы и 890 километров трассы, почти 2000 километров. Я здесь отмечаю проекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении, Нигерии. И это то, о чем он только сказал на этом вебинаре. Замечу, вебинар еще с февраля. Просто сейчас все очень-очень аккуратно подается, постепенно. Опять же, смотрите, пожалуйста, вебинары наших двух членов правления, Владимир Маслов и Алексей Суходолев в Sky World Community. Там вы узнаете все самые передовые новости о том, что происходит в проекте. Прям вот самое-самое важное то, что сейчас есть. Тогда вы будете знать, как бы на сегодняшний день, насколько же здорово дела и насколько правильные решения вы принимаете. Потому что сейчас на все новости, которые я вижу, без улыбки смотреть невозможно. Уже из Америки огромное количество, каналы уже сами заинтересовываются, приезжают, узнают, делают репортажи. Не надо уже никого просить, никому приезжать, рассказывать. Сам мир стягивается вокруг инновации. И мы видим, что сильные стороны стали еще сильнее и добавились новые. Слабости уходят, мы их решаем, и они действительно отваливаются, можно так сказать, как ненужное. Возможности растут и растут так, как невозможно было прогнозировать. Никто не думал, что такое сотрудничество будет с Арабскими Эмиратами, что там так быстро будет, что они настолько будут заинтересованы поддерживать нас и уже сразу хотят первые адресные проекты. То, что они поверили в технологию еще до того, как она закончила сертифицирование и решили уже давайте быстрее-ка начнем работать, чтобы и быть впереди планеты всей. И действительно, это сотрудничество очень хорошо сейчас двигается. Возможно, первые годы придется работать только в тропическом исполнении, потому что там действительно понимают, изучают, насколько это актуально, как возможности вырастут, как экономика вырастет из-за этого. И поэтому хотят сразу у себя, как только это будет возможно, по бюрократии и бумажкам, сразу же начать строить. И это не потому страна, потому что она богатая, потому что она дальновидна. Ведь технология стоит меньше всего из всех, которые сейчас существуют. Меньше всего ресурсов для самых лучших характеристик. И это лишь четвертое поколение, ну, если так вот смотреть, как Юницкий развивал, это лишь четвертое поколение транспорта. Вот сейчас, за последние 5 лет, мы развиваем и показываем. Они же будут улучшаться и увеличиваться, как только даст возможность нам не только сертификацией заниматься, а заниматься еще разработками, и тогда, когда компания будет чуть покрепче. Как мы изменим мир? Если мы сейчас за минимальные суммы, меньше 500 миллиардов, смогли сделать так много, хотя на некоторые машины, например, как пикап,
можно потратить несколько миллиардов долларов, например, 2 миллиарда долларов на полную его реализацию и ввод в рынок. И от 5 до 10 лет. А мы за 5 лет сделали 12 транспортных средств в железе, всего 16 еще в виртуальном пространстве, полностью проработанные, просто их еще не нужно делать, нет такого спроса. Плюс сами транспортные пути разных видов, плюс станции, повороты, стрелочные переводы, вся инфраструктура дешевле и быстрее, чем один существующий пикап, точнее, один пикап для существующей транспортной отрасли. Это колоссальная скорость. И то ли еще будет, дамы и господа. Ведь если вы посмотрите, как развивается в Объединенных Арабских Эмиратах наш Research and Development Center, вы будете в шоке, потому что это очень быстро. Там на самом верхнем уровне мы развиваемся. Это голубая, так скажем, часть, это территория нашего Research and Development Center. Это самый фасад SRTI Park. Это как Силиконовая долина в Калифорнии, либо Сколково в России, там, где собраны все умы данного региона для создания новых технологий, новых продуктов. Они скупают и собирают все технологии, самые прорывные, делают из них что-то лучшее, какой-то продукт, услугу, и дальше это расходится по всему миру уже в 10 раз дороже. И там должны были стоять несколько других компаний высоток, но это все убрали и решили поставить туда именно наши струнные технологии, потому что это будущее уже сейчас. И это не просто так, ведь главный эмир Шарджи является ученым, защитил две докторских диссертации, и, видимо, с Юницким понимают, какие возможности есть у данной технологии, могут логическим методом с помощью науки проверить, насколько это все реально, немнимо проверить и понять, что да, это стоит развивать, этому не будет равных. И сейчас все прекрасно получается там. Вот так это выглядит сначала. Этого не прописано было в 16 году или в 17, что такое будет. И я сначала очень сильно огорчился, потому что подумал, еще будут лет 10 строить такую красоту, такая инфраструктура. И ой, как же это так? Но в итоге произошло так, что мы завершали наше мероприятие по обучению. Здесь было в Дубае. Огромное мероприятие на 5 дней с путешествием в Шарджи для 100 человек из 18 стран мира. То есть лидеры, которые объединяются вместе с разным менталитетом на разных языках, чтобы научиться работать между собой для продвижения экологических технологий с компанией SkyWorld Community и Анатолием Эдуардовичем Юницким. Я там отвечал за здравие людей, за их подъем, энергетику, дыхательные практики, разминки, растяжки и йогу с утра, чтобы люди максимально были готовы к восприятию информации, потому что очень непростое было обучение, очень тяжелое. Для того, что, потому что нужно действительно сообща работать со всеми континентами мира, со всеми странами. И мы справились, конечно же, на ура. И как одно из... так скажем, подарков. Это была экскурсия, которую организовывал я со своими коллегами в Шарджи, в наш Skyway Innovation Center, где уже мы увидели первые промежуточные опоры, места под анкерные опоры, первый наш деревянный дом в Объединенных Арабских Эмиратах по новой технологии, так там строить нельзя его. Ну и, конечно же, встретились с Анатолием Эдуардовичем, который нам на месте рассказал, насколько серьезное сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. И что с ними немножко... не так идут, так скажем, распространяется информация о делах, как принято в сетевых проектах, либо в краудинвестинге, краудфандинге, потому что они сначала делают, и потом говорят уже о готовом результате. А здесь в таких проектах очень важно постоянно говорить, подпитывать, что сделано чуть ли не каждый день. Но сейчас уверенность, и мы видим с каждым новым видео, с каждой новой неделей, насколько мощными шагами продвигается наша технология, особенно там. И сидя здесь на этих вот шезлонгах с коллегами и еще, так скажем, сомневаясь, насколько быстро примут арабы или не примут, или насколько быстро мы успеем закончить, здесь или не здесь, мы действительно, глядя на эти города, на Дубай-Марина, мы понимали, что это то самое место, где инновация без проблем приживется. Потому что здесь люди нацелены на самое высшее качество жизни. А наш транспорт отвечает именно высшему качеству жизни.
наш транспорт и есть высшее качество жизни сейчас, как для развитых стран, так и для не очень развитых стран. Потому что данный транспорт смогут позволить себе все. А значит, скачок развития и скачок экономик будет везде. И это одним видом транспорта. Мы свяжем всю планету так, что сможем передвигаться, можно сказать, без пересадок. Сели в одном месте и поехали за тысячи километров. Очень быстро, безопасно и полностью свободны в это время. Нас представили на Всемирном правительственном саммите в феврале 2019 года. То есть это представители 140 стран, которые решают не локальные вопросы, а глобальные на все человечество. И нас представили там. Представили как одну из крупнейших и сильнейших инноваций. И даже теперь у нас есть адресный проект в Дубай-Марина в бизнес-центре Объединенных Арабских Эмиратов. 15 километров, 21 станция, которая свяжет эти высотки. Не нужно будет спускаться вниз и переезжать в другое здание, когда вы прям в высотке сможете сесть на легкий транспорт и переехать в другие здания. При том, что на здание нет абсолютно никакой нагрузки. Наш транспорт интегрируется без нагрузки. Он проходит сквозь. Просто в определенном месте точка, где этаж свободен, заходит транспорт на этот этаж, люди выходят, заходят, и он идет дальше. То есть в существующую инфраструктуру мы сможем применять и внедрять наши уникальные технологии. Это реальные фото. Это уже Объединенные Арабские Эмираты. В тропическом исполнении, в VIP-исполнении наш тропический юникар, который выдерживает и вездесущий песок, и огромное количество солей в воздухе, которые разъедают конструкции, и 60-градусную жару. Полностью система сделана с двойной безопасностью, так скажем, по всем этим параметрам. То есть мы доказали, что наши технологии в тропическом климате работают и получили одобрение от Шарджи, от правителя Шарджи, что мы можем продолжать наше развитие. И после первой трассы, которая уже принимает гостей, репортеров и катает там людей в Research and Development Center, еще три трассы там строятся, которые уже радуют нас своими успехами. Ведь посмотрите, в 2018 году это выглядело вот так. А сейчас это выглядит уже вот так. Все работает, все двигается, создаются новые промежуточные и анкерные опоры. Будет одна трасса для грузовых перевозок до 50 тонн, 15 тонн подвижной состав и 35 тонн сам груз. Также вторая трасса для пассажиропотока большого до 100 тысяч пассажиров в час. По 200 человек транспортные средства, по 25-8 транспортных средств, составные такие. И третья трасса уже конкретно делается под адресный проект. То есть делается такая трасса, которая будет похожа конкретно на адресный проект для того, чтобы уже доработать ее до идеала. Я так понимаю, этот адресный проект как раз в Объединенных Арабских Эмиратах. Там их уже объявляли несколько. Поэтому следите за информацией в Телеграме, в Ютубе, на наших новостях с Дарьей Козловой, SkyWorld Community, либо вебинары Алексея Суходоева и Владимира Маслова, SkyWorld Community. Как вы видите, все работает, все двигается. Мы получаем уже, так скажем, первые такие сумасшедшие отзывы о том, о вот этой вот фотографии. $1 за 100 тонн на километр для грузоперевозок – это фантастика, которая абсолютно реальна. Сейчас сертифицируется. Скоро все грузоперевозочные компании будут очень серьезно выстраиваться в очередь для того, чтобы воспользоваться подобными путями, потому что прибыль и экономия взлетит до небес. И сейчас все эти сертификации проходят. И представьте, несколько человек всего могут контролировать множество транспортных средств, множество станций. То есть закрывающая технология как раз под стать человеку и науке 21 века. Вопрос только, насколько вы хотите быть к этому близки, насколько вы уже почувствовали, что вас касается то, что происходит на планете, экология,
технология, развитие и будущее нас, наших детей, нашей цивилизации. Есть возможность как минимум чуть-чуть хотя бы поизучать, чтобы заручиться аргументами. Стоит пройти мимо, либо стоит еще поизучать, либо стоит поддержать это, либо стоит поддержать это и помочь развиться. У каждого есть возможность, дамы и господа. Главное – делать это с интересом. Ну и, конечно, чтобы это вас улыбало. Надеюсь, что вас действительно это интересует настолько, что вы не оставите свой интерес даже после данной встречи, а продолжите свое изучение дальше. Ведь мы движемся и дальше. Из Индонезии, Европы, России, Африки приезжают делегации, смотрят на то, как продвигается технология, насколько хорошо происходит движение, как быстро проходит сертификация. И причем множество стран уже за этим следит. Приезжают и смотрят наши решения экологических домов, как здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Беларуси, не в зависимости от пандемии. И видят, конечно же, что все успешно, что очень-очень быстрое развитие, что наш транспорт действительно практически готов к реализации. И поэтому настолько быстро сейчас будут двигаться события. Поэтому у нас осталось не так много времени, чтобы поучаствовать и поделиться с другими людьми. Потому что те, кому вы ни разу ничего не скажете, хотя бы одну минуту, они в любом случае скажут: «Почему? Почему ты мне ничего не сказал? Почему ты мне хотя бы не показал? И было бы совесть чиста, я бы вот посмотрел, не хватило бы энтузиазма и не стал бы изучать дольше. А хватило бы, стал бы частью этого, ускорил бы это, сделал бы это быстрее и сильнее и сделал пользу как себе и своей семье, своему будущему, так и всему живому на планете. Потому что перед вами самый инновационный, самый надземный, самый скоростной, самый безопасный, самый экономичный, самый экологически чистый и самый легко интегрируемый транспорт, который когда-либо существовал. И мы сделали его собственными руками. В данный момент 14-й этап. Каждое ваше слово и действие в помощь проекта очень важно. Просто поделитесь этим. Потому что, как с одной стороны, у всех еще есть возможности, с другой стороны, они очень скоро закончатся. Такого второй раз не будет. А этот транспорт, мы видим, он уже готов, он уже таскает грузы, он уже возит людей, он уже сертифицируется, принимается, первоадресные проекты уже есть, на очереди более 25 тысяч адресных проектов, которые сказали: ну, сделайте, и мы где-то тогда и поговорим. Сейчас уже есть те, которые готовы строить, при том, что мы даже еще 14-й не закончили, заканчиваем. И вы понимаете, это мир будущего. Это действительно легко интегрировать. Все подходит, все работает. Осталось только это завершить. Подумайте, хотели бы вы такой мир вокруг себя? Такой транспорт в ваших городах, при том, что это стоит дешевле, чем трамвай или автобус для города. И все пространство ваше. Гораздо дешевле. Множество остановок, очень удобная логистика. Сделать так, чтобы проще было, чем на автомобиле проехать. Тогда весь город станет раем для нас, для каждого из нас. Это будет двигаться как в создании новых городов, так и в модернизации старых. Потому что эти технологии уже на пороге стучатся к нам. Ведь технологические уклады длились, шли, и с каждой важной технологией мир переворачивался. Металлургия и железная дорога пришла, мир перевернулся. Электроэнергия и свет, мир перевернулся. Нефть и химия, автомобили стране и авиация тоже дали огромный скачок и развернули еще интересный мир. Далее пятый технологический уклад. Виртуальная реальность, интернет, гаджеты. С помощью этого люди объединились, стали единым целым с помощью интернета. Теперь люди, как единый здравомыслящий организм, могут решать, что, где и развивать, поддерживая друг друга, интересуясь друг друга, веря в друг друга. Так и мы собрались 500 тысяч человек и создали то, что вы уже видели. И будем получать огромную пользу от этого. И будем дарить тем самым огромную пользу всему живому и всему человечеству.
Пятый технологический уклад – это тот мир, в котором мы живем сейчас. То есть сейчас идет переход на шестой технологический уклад. И это, ну, как мне однажды поправили, это нанотехнологии. Да, действительно, нанотехнологии – это огромное влияние. Но влияет ли оно в масштабе? То есть если мы будем развивать нанотехнологии, точка невозврата придет через 2-3 поколения? Да. Если мы будем развивать экологические технологии Анатолия Эдуардовича, точка невозврата не придет никогда. Мы ее сначала отдалим, а потом уберем вообще с лица нашего пути времени. Ведь если вы посмотрите, пятый технологический уклад – это Google, Apple, Alibaba, Microsoft, Walmart, Boeing и прочие компании подобного рода. Когда-то было много информации, и нужно было ее систематизировать. И та компания, которая начала это делать, стоила, ну, получается, в 10 тысяч раз дешевле. То есть $10, если у вас было в данной компании, это сейчас стоит 100 тысяч. Было бы $1000, это бы стоило бы 10 миллионов. Такая капитализация. Плюс все время, что они не продавали свои акции, владели компанией, они получали дивиденды. Компания Apple. Кто-то когда-то создавал эти компьютеры в гараже, и даже один из них из создателей через 2 недели уже после запуска, побоявшись потерять все, что это якобы никому не нужно будет, хотя он создал это и понимал, зачем это, он решил, что надо отказаться от этого. $8 за 38 лет превратились в 550 тысяч. Вот такая капитализация. Настолько это было нужно. Все понимали, насколько это было нужно? Нет. Знали ли все технологии, как это сделать? Нет. Чтобы понять, что происходит, нужно было углубляться, разбираться и так далее, чтобы тогда оценить эту жемчужину. Да. Алибаба. Интернет связал нас. Инвестиции. В 96-м году начали. За 18 лет $100 превратилось в 1 782 000. Вот такая капитализация. Это было необходимо людям, поэтому это развивалось. Мы сегодня обсудили множество того, что происходит быстро. Мы передвигаем средства очень быстро, с разных банков на разные банки, информацию передвигаем очень быстро, разговариваем в реальном времени с другим континентом, можем в Австралию позвонить по видеосвязи и практически без задержки разговаривать. Мы все делаем очень быстро, кроме передвижения материального, грузов и пассажиров. Это главная технология, которая сейчас даст огромный скачок всей планете. Просто стоит увидеть, что перед вами стоит та же компания, которая была в пятом технологическом укладе. Вот эти вот, пятый технологический уклад. Только у вас перед вами стоит компания в шестом технологическом укладе. Тем более, что транспортная инфраструктура самая дорогостоящая. Она дороже, чем все предыдущие, потому что она самая массивная и, напоминаю, самая коррумпированная. Поэтому не получается сделать это за один год. Поэтому, дамы и господа, перед вами уже существующие технологии, которые себя рекомендуют, которые себя защищают, которые себя реализуют и делают это успешно с помощью таких людей, как вы и я. И я предлагаю вам поизучать больше, чтобы успеть сделать правильный для вас выбор и поделиться полезной информацией, по вашему мнению, с вашими любимыми и близкими людьми. Нас не просто так стало 500 тысяч человек. С компанией SkyWorld Community мы стараемся цеплять каждого единомышленника, который способен любить и жить не эгоистично, а экологично. Для всей планеты, для всего живого. И компания SkyWorld Community ждет вас на своем сайте skyway.capital для того, чтобы представить абсолютно всю информацию, абсолютно все документы, новости, видео и возможность участвовать в данном сообществе и в развитии данной технологии, став ее совладельцем либо партнером, либо и владельцем, и партнером. Дамы и господа, для тех, кто хочет пригласить кого-то на такую же беседу, либо задать какие-то вопросы, пожалуйста, приходите на новые презентации. Очень рад буду вас видеть.
Спасибо, что и сегодня вы уделили свое время. Пожалуйста, делитесь с другими. Буду рад рассказать всем людям, которые интересуются, то, что я знаю, то, что я изучил. Потому что это лишь только начало. Мы завершим 15-й этап. Эта компания будет давать и дивиденды, и капитализацию. А мы продолжим развивать экологические дома, которые сами себя обеспечивают, с озеленяемыми крышами, по новым технологиям. Также мы будем продвигать и эко-поселения, линейные города. Кластеры, например, по 5000 человек, в котором все в пешей доступности. У вас есть экологическое место, в котором вы можете, так скажем, жить в полном изобилии, в полной безопасности и, так скажем, максимально использовать возможности этой жизни и своего тела. Конечно же, дав то же самое и своим детям и внукам. И такие кластеры будут протягиваться в линейные города, где вы сможете добраться до любой точки очень быстро и безопасно, либо без пересадок, либо всего с одной пересадкой. Если вы наберете в Гугле Абу-Даби, 2015 год, Skyway, линейный город, то вам выдаст PDF-файл, потому что уже с 2000-х годов Анатолий Эдуардович общается и сотрудничает с Объединенными Арабскими Эмиратами. И есть одна из проектов, как сделать один из полуостровов, сделать цветущим линейным городом. Поэтому это все не просто слова, это конкретные разработки нашего генерального конструктора. Но и это не все. Наш транспорт, продвигаясь, сможет расселять эти все технологии. Так же, как и гумус, восстановление почвы. И там, где будет приходить на помощь в города, мы сможем убирать автотранспорт и делать то место, которое было мертвым, абсолютно живым, внутри наших городов, меняя экологию мест, где мы сейчас живем. Ну и в дальнейшем это развитие ближнего космоса, вынос вредной индустрии в ближний космос, занять и получить ее безграничные пространственные ресурсы, потому что на планете у нас пространство ограничено, а там у нас безграничное. Нет понятия экологии, значит, можно делать любого рода фабрики и получать с помощью глубокого вакуума или других свойств в космосе суперметаллы, суперматериалы. Это все, опять же, возможно. И это одна из технологий Юницкого, за которую он уже получил премию мира. То есть уже научным сообществом это проверялось и признавалось. Просто подумайте, почему в течение 40 лет не пропускали данные технологии. Это было кому-то невыгодно. Если вы поизучаете, вы все это поймете. Потому что, как навскидку, в 1900 году уже на электроскутерах лондонские полицейские патрулировали города с электромотором скутера. Спустя 125 лет это стало мейнстримом. 120 лет, 125 лет. Серьезная цифра, правда? Целые 5 поколений могут пройти за это время. Поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуясь, и вы узнаете очень много нового о эко-мире, о нашем проекте и о своем будущем, когда вы узнаете об этом больше и примените эти знания. Если у вас будут какие-то вопросы, я оставлю в чате свою почту для того, чтобы вы могли написать на нее и пообщаться, разъяснить, как вся та информация, которую вы получили, либо которая вам еще не дошла от меня, как вы можете ее использовать для улучшения качества своей жизни и качества жизни всего живого на нашей планете. Спасибо большое за внимание. Будьте здоровы, берегите друг друга. Говорите лучше, думайте лучше, как только можно. И верьте как в себя, так как в окружающий мир. Желаю вам быть здоровыми и океана улыбок, как от других людей, так и своих собственных. 15-й этап не за горами. Ждем вас и благодарим за внимание. С вами был Артем Курбанов и компания SkyWorld Community. Мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы взяли ее взаймы у наших детей.